Мне хочется верить, конечно, что когда-нибудь нормализуются отношения России и Украины. В конце концов, на Украине проживает достаточное количество людей, нормальных людей, вменяемых людей, которые помнят, что у нас прошлая великая история, что у нас есть вместе победы, вместе поражения, что мы просто шли нога в ногу, мы шли вместе. Реагировать каким-то образом на выходки этой непонятной, самозванной, извините за прямоту высказывания, идиотской власти, я считаю просто нецелесообразно. Потому что такие вещи просто отвлекают. Они каждый день делают какие-то заявления, каждый день от них происходят какие-то выходки. Если мы будем как-то политически на это реагировать, ну, абсолютно очевидно, что будем просто попусту тратить свою энергию.